Самолетикус! Взлетакулус! А чё, так можно было? Да если бы я... Так вот это настоящая феечка Винкс! Так ты феечка Винкс! У тебя даже вот эта пыльца магическая с одного места только что вылетала! Вот. А ну покажи ещё, что умеешь! Покажи давай, ещё! Это чё, град из стрел? У тебя просто стрелы из неба только что летели? Господи, мать, да ты откуда-то взялась такая чародейка? Ты, ну научи меня хотя бы одному такому заклинанию, а то я вот эта феечка Винкс максимум, и вот это еще другое заклинание умею, вот, и вот это еще. Тебе еще рано такому обучаться, вот немного подрастешь, тогда и научу. Маленький ты еще. Это я маленький, да? Мне 25 лет, да мне уже скоро на пенсию-то пора выходить. Какой маленький? Да. Ладно, все, хорошо. Окей, тогда буду расти, буду набираться опыта, научишь меня вот этому, вот эти крылья, чтобы у меня из спины вырастали, хорошо? Вот это реально круто. Вот может будет когда-то там 150-я серия магии. Вот тогда я стану реально настоящей феечкой Винкс. Так, ладно, Вероника. Сейчас мне нужна твоя помощь. Шурик вообще опечалился просто на максимум. У него, походу, депрессия началась. Он с утра, вот прям в 6 утра, с дома вышел, дверью просто хлопнул, даже слова мне не сказал и пошел в бойцовский клуб. Он туда уже ходит третий день подряд, не вылазит даже оттуда. Я тебя прошу, пошли со мной, вытащим его оттуда и пойдем куда-то вместе втроем сходим. Ну, он просто не хочет оттуда вылезать, я боюсь, что потеряю своего друга. Ой, у меня там дела срочные. Давай ты со своим другом разберешься, а потом приходи ко мне в гости. Да в смысле, так он только тебя-то и хочет увидеть. Ладно, все, давай, иди тогда домой, освобожусь, я тогда за тобой приду. Все, спасибо большое за прогулку такую чудесную. Но надо идти возвращать Шурика, а то пацан потеряется просто. Так, ладно. Он взял все бабки, вот просто все бабки, которые у него были в сундуке. Я боюсь то, что он их просрет в этом бойцовском клубе, потому что, ну, он там играет. Просто целыми днями с кем-то сражается. Он со мной даже не разговаривает. А еще я не знаю, что мне делать с этим яйцом дракона, которое мне Вероника дала в предыдущей серии. Вдруг оно вылупится завтра, и что, у меня по хате дракон настоящий будет летать? Так, ладно, вот эти все кристаллы, которые, вот эти все кольца, которые я выбил в предыдущей серии из вот этого голема, мою старую палочку можно вот спрятать вот сюда и пойти за Шуриком. Надеюсь, то, что пацан там не пропал, и надеюсь, то, что с ним в этом бойцовском клубе все хорошо. Так, надеюсь, то, что он здесь. Так, здравствуйте! Здорово, кузнец! Как жизнь молодая? У тебя всегда настроение одно и то же. Просто во! Так, слайм и... Шурик! Шурик! Ты чё, у кузнеца научился, что ли? Он точно так же орёт. Да, походу, ты с плохой компанией-то связался. Ну, слайму всегда весело. Шурик, давай! Ты смотри, просто за секунд 5 его порешал! Шурик, кто следующий? Ну, походу, кузнец, да, как я понял. Ща, ну, Шурик, тебе там не хватит, ты третьи сутки здесь уже сражаешься. Шурик просто неугомонный какой-то. Я тебя отомщу за моего братка! Это он о тебе, слайм? Сейчас ты познаешь всю мощь кузнеца! Шурик, текай оттуда, хватит языком чесать балабол! Так, давайте, сражайтесь уже наконец-то! Шурик, Шурик... Шурик идет наступление. Кузнеца сильно зажали, Шурик захватывает всю территорию, Шурик побеждает кузнеца буквально за несколько секунд! Шурик, ты чё такая машина по убийству, я не могу понять, а? Кузнец, ты опять просрал просто! Я просрал все свои деньги, меня жена за это убьет!
Дай, вот, доигрался ты. Вот, да, я тебе говорил то, что меньше надо играть в эти азартные твои игры. Вот меньше надо играть. Шурик, ради святой магии, успокойся, пожалуйста. Хватит этого бойцовского клуба, а. Выходи на арену, сразимся. Это ты кому? Это ты мне сейчас? Шурик, я тебе какое плохое зло сделал, я твой друг. Ты чё меня на битву-то вызываешь? Ты разбиватель сердец. Я тебе ничего не разбивал, Шурик, какой разбиватель сердец? Ты вообще думай, о чем ты говоришь? Что я тебе сделал-то плохого? Ты мать моих детей из семьи увел. Какую мать твоих детей? У тебя детей нет. В смысле? Чё ты несёшь-то, дурак? Будущих детей и будущую жену ты в моей семье увёл! А, ты про Веронику, да, да... Ты в курсе то, что вы даже с ней не знакомы? Она же не знает, как тебя зовут. Как ты уже определил то, что она твоя будущая жена? Шурик, изменщик! Шурик, мы с тобой даже не встречались, кому я изменил-то? Ты вообще... мы с ней друзья просто! Я ей жизнь спас, вот и все. Между нами ничего не было. Она мне просто показала парочку своих таких вещей. Ну, в смысле, парочку заклинаний. И все, больше она мне ничего не показывала. Я тебе зуб даю. Бабник ты! Зря я тебя в гости позвал! Ах ты, собака очкастая. Ты вообще выбирай выражениями, которыми бросаешься в сторону своих друзей. Тащи свою задницу вот в клеточку на вот эту, на арену. Давай, заходи! Ну, если надо с другом сразиться, значит, надо с другом сразиться. Хорошо, Шурик, давай решим, кто здесь самый сильный маг. Он, конечно, он как бы намного дольше магии обучается, но если он хочет со мной сразиться, то давай. Ты готов, Шурик? Ну, давай тогда, поехали! Эпа! Собака со своими непонятными заклинаниями! Чё ты хочешь, чтобы я тебя как убил-то? Шурик, у тебя заклинания намного сильнее, чем у меня! Успокойся! Эпа! Ну если я у него выиграю, тогда ты точно лошпед, Шурик. Тогда ты 100% лошпед. Ты в курсе то, что у меня палочка сейчас уже сломается? Я даже бой-то до конца довести-то не могу, Шурик. Я тебе сейчас пару шишек на башке настучу. Вот и все. Вот для собака, если ты успокоиться-то не можешь. Шурик, еще не поздно отменить наш бой. Шурик. Лошпед ты лошпедский. После боя кулаками не машут. Я выиграл. Нифига себе, Шурик. Пятый день в городе магии. Уже успел у Шурика выиграть. Ну ты лохопед. И вот этого ты хотел. Вот этого ты хотел. Чтобы я тебя вздрючил. У меня ничего не было между мной и между Вероникой. Мы просто друзья. Вот и все. Я тебе задницу надрал. Я тебе задницу надрал. А ты меня уже ударил тогда, когда я выиграл. Ненормальный. Все, пошли давай, пошли домой. Барон. Мои бабки! Ты смотри, ты еще и бабки здесь, да, поднял? Шурик, ну успокойся ты! Ну я тебя прошу! Ну давай поговорим, как два взрослых мужика! Пожалуйста, стой! Шурик! Знать тебя не хочу! Уходи! Шурик, я знаю, как сделать так, чтобы ты понравился Веронике! Заинтересовал, да? У меня есть план, как сделать так, чтобы она клюнула на тебя. Чтобы ты ей понравился, и вы с ней начали мутить. Чтобы все же она реально стала будущей женой твоих детей. Вот. Если, конечно, хочешь, я тебе могу рассказать план. Если не хочешь, можешь идти дальше домой обижаться, как вот эта плакса всякая. Давай, иди обижайся, иди. Ну давай, выкладывай. Заинтересовало, значит, да? Ну иди присядь на скамейку. Давай. Ну слушай, Шурик, я как бы понимаю то, что я мог понравиться Веронике из-за много чего там. Из-за моей бороды, из-за моих там усиков пропуск в одно место. Из-за того, то, что я слишком привлекательный, хороший маг. И вот это все. Но нет, Вероника на меня не из-за этого клюнула. Она на меня клюнула из-за того, то, что я ее в предыдущей серии спас от снежного голема, который хотел ее убить. Понимаешь? Путь к сердцу девушки лежит через ее спасение. Нужно показать, насколько ты мужик, насколько ты можешь за себя постоять, и вот тогда любая чикса просто будет твоей. Поэтому, Шурик, подвинь свою сраку, у меня план появился. А что, если мы сделаем так, что ты спасешь Веронику,
И тогда она клюнет на тебя, а я подвинусь в сторону, потому что, ну, как бы, вот эта любовь друга важнее, чем, вот, ну, она, как бы, мне она, в принципе, не нужна, она просто мой друг, а? И как ты хочешь, чтобы я ее спас? А, ну так все просто, надо сделать так, чтобы на нее какой-то монстр напал, ты этого монстра убил, и тогда Вероника скажет: «О, мой герой, ты мой спаситель!» А ты такой, короче, скажешь: «А, моя Вероника, прекрасная мадам, можно я тебя поцелую?» И потом она такая: и ты такой: и там уже семья, дети, внуки, там уже и помирать можно в один день. Вот, вот такой вот у меня план. Ага, ну понял, а где мы монстра-то возьмем? А вот это хороший вопрос, да, об этом я не подумал. Ну, слушай, а можно сделать так, то, что на нее кто-то другой нападет, не обязательно же монстр. Можно же не монстра взять, можно просто местного какого-то дебила из города взять. Вот кузнец, например. А чё, хороший кандидат? Ха! А ну, иди сюда, иди сюда. Кузнец! У нас тут дело к тебе есть небольшое. Хватит дерево дубососить! Успокойся! Кузнец! Кузнец, мы тут! Назад посмотри! Он вообще не слышит нас, не слышит. Кузнец! Отвалите! Я в бешенстве! А, поэтому ты дерево пинаешь, да, как ненормальный? Кузнец, ты там сказал в бойцовском клубе, то, что ты все деньги просрал, и тебя же за это жена убьет, да? У нас с Шуриком есть предложение к тебе небольшое, баблишко подзаработать, и тогда жена тебя не убьет, вот. Повтори, что ты сказал? Я говорю, бабки заработаешь, жена не узнает то, что ты все деньги просрал. Да ты подожди радоваться. Так, короче, как я понял, он согласен. Все, давайте за мной, идите сюда. Все очень просто, очень просто. Шурик, ты сколько бабок поднял в бойцовском клубе? 30 штук? 30 серебряных монет ты выиграл, нифига себе! Короче, смотрите, что вы сейчас делаете. Вы топаете в город, покупаете кузнецу какую-то маску, какой-то шмот, чтобы Вероника его не узнала. Ты достаешь свой топор или там ножик какой-то. И встречаемся с вами, давайте, в переулке, который находится возле магазина палочек. Я заманю туда Веронику, ты на нее нападешь, кузнец, просто припугнешь немного. А ты, Шурик, потом сделаешь вид, то, что ты спасешь Веронику от грабителя кузнеца. Надеюсь, то, что все понятно. И это все! Ха-тьфу! Расплюнуть! Готовьте мои бабки! Ну вот, все, кузнец готов. Ты, Шурик, давай тоже за ним проконтролируй, купите там ему какую-то маску. Я сейчас приду с Вероникой. Надо сейчас, правда, Веронику эту заманить, только как? Кстати, у меня же как раз-таки палочка почти сломалась, вот это, а в предыдущей серии я выбил вот эти кристаллы, и учитывая то, что я читаю все комментарии подписчиков, мне написали то, что с помощью вот этих кристаллов я могу отремонтировать палочку. Кстати, как раз-таки об этом я сейчас могу попросить Веронику. Оп! Вот как ты резко двери-то научилась открывать, да? О, это ты! Заходи, а я тебя как раз-таки ждала. Ой, как приятно обосраться. Вероника, я тебе предлагаю прогуляться на улице, не надо дома сидеть. Пошли, мне твоя помощь небольшая нужна. Я вот палочку свою хочу отремонтировать, она уже вот это почти сломалась, но не знаю как. Могла бы ты мне подсказать? Так это же легкотня! Пошли за мной! Давай, ага. Ну, мне подписчики говорили, то, что это вот там вот это, магические кристаллы вот эти нужно запихнуть, и тогда палочка сама отремонтируется. Я, в принципе, знаю. Вот, мне просто, ну, надо, чтобы ты все проконтролировал, чтобы я нигде не налажал, да. Да, все правильно, ты молодец, уже знаешь. Ну, да, да, молодец, комплименты от девушек. Свежее мясо! У-у-у, это что, у нас тут рынок начал работать, да? Подходите, кстати, надо будет сюда забежать. Ага, свинюха, вот это. Ой, ты все, пошли. Мужик! Ты только что сено свое священное сломал! Куда оно пропало? Ну все, до свидания, как бы. Ну ты налажал, косячный ты. Так, Вероника. Так, смотри. Я сейчас пойду отремонтирую свою палочку. А ты
Вот видишь тот переулок? Вот зайди в переулок, я тебе просто сюрприз подготовил, и не хочу, чтобы ты его видела вот заранее. Поэтому жди меня в переулке, хорошо? А что там будет? А вот это сюрприз! Вот это я не могу тебе сказать, что там будет, то там будет. А много чего интересного там будет, Вероника. Хо-хо-хо. Все, давай, 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 иди, ой, рыжая бестия просто. Надеюсь, то, что кузнец справится с Шуриком. Если этот план не прокатит, ну тогда Шурик реально это до конца жизни сам останется. Здравствуйте, я тут палочку починить. Снова здравствуй, тебе новую палочку или новое заклинание? Мне ни то, ни другое, я сам здесь разберусь, спасибо. Так, палочку вроде сюда надо поставить. И вот кристаллы, вот один кристалл. Опа, так она сразу так хорошо чинится. И почти как новая. Вот так ее оставлю. Так, все, спасибо, я только за этим пришел. Кстати, да, надо бы уже новое заклинание выучить. Надеюсь, то, что у Шурика и кузнеца там все идет по плану. Так, надо проведать их. Они где-то вот здесь должны быть. Вероника и кузнец. Слушай, крошка! Отдавай все свои деньги! Или тебе будет плохо! Молодец, молодец, Шурик, давай прыгай! Уходи, бандит! Вероника, я тебя спасу! Молодец, молодец, Шурик, ударь его! Шурочка! Уходи, бабай! Да, конечно, это же баба война, просто она сама за себя может подсветить! Пошли отсюда. Там твой друг ненормальный и какой-то бандит с голосом кузнеца. Ah.